Всем доброе утро, если оно доброе. Захожу в комнату и вот, полюбуйтесь. Надо пылесосить, Кость, смотри, вон игрушка разбилась. Красивый такой шарик. И вот она сидит в лесу, лесная фея. Чё смотришь? Ты чё смотришь своими глазенками? Ты зачем это сделала? Что? Фрося, что это такое? Фрося, куда убегаешь? Ой, капец какой-то. Боже, еще на игрушку чуть не наступила. Ну, хорошо, что вроде бы только одна игрушка разбита. Еще один пришел. Угу. Помощник, да? Это же вы тут вдвоем игрались. Я в шоке. Привет. Называется «Доброе утро». Костя с Леной сегодня ездили в магазин с утра и купили тоже для нас продукты. Я их попросила. Вот. Написала им списочек. Спасибо вам огромное. Тортик шоколадный. Даша просила именно шоколадный, она хочет. Вот. Ананасы. Курица, филешка. Я буду делать салат с ананасами. Свинина и грибы. Я буду мариновать свинину и грибы и делать их в духовке. Ну, затирать сыром, и в духовке такое будет мясо. Детское шампанское, взрослое шампанское. Пепси, ну, лук. Это два кусочка кальмарчика. Просто порезать на стол. Масло, огурчики, сыр. Перец острый. Костя очень любит перец. Сметана. Я сметану буду к мясу добавлять. Обычная колбаска, на оливье колбаска, зелень, яйца, кукурузка, горошек, майонез. Это для салата на оливье и вот этот же салат с курицей. Мандаринки, черный хлеб. Я хочу сделать бутерброды именно с черным хлебом. И делаю немножко с белым батоном тоже. Для Кости и для Даши. Я не знаю, понравится ли им с черным, но мне очень нравится с черным. И буду делать курицу в духовке. Ну, в общем, такие планы на Новый год. И такие вот у нас покупки. Ну все, мы уже с Костей нарядили елочку. Вот, красивая она такая. Но могу сказать только одно вам, что я еще ни разу так много раз не наряжала елку. Ну, я имею в виду, коты свалили, мы нарядили, коты свалили, мы нарядили. И этот раз очень красиво. Мне нравится как-то еще больше, чем в прошлый раз, как она была наряжена. Значит, мне писали очень многие, что, Надя, привяжите елку. Я не знаю, к чему ее привязать. Ну, вот здесь где-то к камину веревкой, ну, может быть. Но нету даже такой какой-то веревки. Кость, есть у нас что-то такое? Нету? Ну, в общем, не знаю, посмотрим. Может, действительно и привяжем, потому что если она еще раз упадет, ну, вот честно, я уже, наверное, не выдержу. И вчера Даша с Костей делали такие снежинки, вот как сейчас вы видите на елочке, красивые очень, но они уже несколько раз упали, поднялись, но все равно красивые, немножко там пожмакались, но ничего. В общем, сейчас покажу, как вчера у нас проходил вечер. Ой, ну просто красавица, очень красивые. У нас сейчас вечер. Не доделал. И тут Костя с Дашей делают снежинки. Я так даже вот не думала, что у меня муж такой рукодельник. Оригами обычно. Делают снежинки. И делают разные эти птички. А вообще прикольно так. Вот эти вот уголки, они должны по уголкам идти. Сейчас вам покажу. И я снежинки делала. Да. Сколько? Одну. Сейчас покажу. Вот это вот. Я вот это вот сделала. Вот. Смотрите. Ага. Что вы там шепчетесь? Журавлики. Мне, короче, Жека сказал, что самолетик тот, который я сделал, это прям как в школе. Мы в школе такое делаем.
Ну, оригами мы не делали, но раньше игрались, типа, были вот такие вот игрушки. Типа самолетик космический. Смотри, это я с папой сделал. Ну, вот это папа сделал, вот это я. Угу. Вот снежинка. А мне вот это очень нравится. Костя сделал. Беленькая вот это. Вообще так красиво смотрится. У меня тоже типа такого же. Снегурка от нас. Отвернулась. Угу. Снегурочка, ты чего? Чего? Да, смотри, короче. Да. Теперь берем, в общем, берем ножницы. В общем, короче, у нас еще украшаем еще вот так вот снежинками. И теперь, короче, я делаю самую простую вот так. Вот так. Мне кажется, и снежинками еще как-то елочка становится уютнее. То, что сделано своими руками. Вот сюда, вот здесь. Тут у нас помощники, как всегда, коты. Фросечка. Фроська. Фрося. Моя девочка. Мы сегодня делали уборку генеральную. Все мыли опять. Окна мыли. Все вымывали. Там было, в общем, ну, мы не снимали, да, и Даша помогала мыла. Мы сегодня втроем все как эти. Хозяюшки. Чего не каждый раз? Муравушки, муравушки. Да. Что-что? Каждый раз разные выходят. Ну, смотри, теперь вот такая получилась. Такая интересная, слушай. Какая-то, да. Ну, прикольная. Да, разная. Пойдем подцепим. Хочу белой стороной, наверное, подцепить. Потому что тут здесь желтая, а здесь будет беленькая. Ну, оп. О, все, красота. Давай, показывай. Ну, а такие бывают снежинки, кстати. Снежинка крабик. Давай. Че, прикольная. Теперь даже смотри. Сейчас теперь делаем кубик, смотри. Так же самое. И лишнее отрезаем. Хоп-хоп-хоп-хоп-хоп. Вот так. Красота. Фросечка. Так вылеглась. Ну, мадам. Да, Фроська? Такие лапки мягенькие. Ой, пусим. Ой, пусим. Такая хорошая. Сейчас упадешь, Фрося, упадешь. Упадешь, говорю. Ты чудик. Чудик-юдик. И сразу грызть. Ай, Фрося. Ох, лучше бы я тебя вот этой не трогала. Потревожила тебя, да? Бин. Синуля, все там таки, в окошко смотришь, да? Ты в окошечко смотришь? Да? Хороший такой. Мой красавчик, тебе грустно? Мур-мур. Ой, мурлыкает, мурлыкает. Ой, бузими, бузими, все это такое. Мой муркотун, муркотун. Обожаю его. Все равно люблю вас. Даже если вы елку мне уже который раз завалили. От этого вас больше... Ой, от этого вас меньше не люблю.